когда вы последний раз наблюдали восход солнца? Я вспомнила. Именно вот так вот остановиться и посмотреть, как встает солнце. Это было 11 лет назад на Кубе. 12, да. 12 лет назад. Вот так, чтобы залипнуть и смотреть на восход солнца. Не просто увидеть его. Просто увидеть, например, месяц назад на Сицилии. Даже это была, наверное, еще аврора. Посмотрите, я наблюдаю, как стоит солнце вот прямо сейчас. Это чудо. Это реально чудо, ребята. Оно прямо каждую секунду идет вверх. Это прекрасный знак. Ой, я вообще всю свою жизнь со знаками ассоциирую. Посмотрите, каждая секунда оно поднимается. Боже мой, это же так прекрасно, да? Таинство какое-то, ну вот кажется, да, вот мы как эти муравьи живем, едим, зарабатываем бабки, путешествуем. А солнце вот каждый раз вот так встает, садится, да, планета наша крутится. Такие мгновения. Вот представьте, да, если бы не было солнца, и что дальше? Только благодаря солнцу мы живем. Иногда, когда такие вот бывают моменты, когда проскальзывает информация, да, про ледниковый период, что, возможно, когда-нибудь Земля тоже, да, опять же, покроется этим льдом, и все, естественно, живое на Земле исчезнет. И меня сразу такие вот, ну, секундные жуткие ощущения внутри проносятся, но они такие секундные. А вот сейчас я смотрю на солнце, да, и я понимаю, вот эта энергия, вот эта жизнь, вот это, ну, безумно красиво. Реально, я наблюдала, ну, по-моему, точно 12 лет назад. И то, знаете, наверное, восход, вот именно восход, я не видела уже очень и очень давно, ребята, правда. Вот именно так, а может быть, вообще никогда я не видела этот восход. Может быть, правда, в 16 лет на выпускном. А кто там сидел на выпускном и смотрел на то солнце? Нет, у меня тогда были первые отношения с одноклассником, поэтому на солнце мы точно не смотрели. А вот сегодня, представляете, какое число? 28, наверное. Я, наверное, выложу это видео на YouTube. И вот сейчас, да, я остановилась делать фотку. И не ложилась спать, у меня это бывает редко, но бывает. Сейчас я, конечно, пойду отдыхать, но я остановилась для Инстаграма, нафоткала, сделала снимка, да, и решила все-таки вот посмотреть, потому что как оно поднималось, когда еще его не было видно, это были как художник, да даже, наверное, художник так не нарисовал бы, очерченные облака вот этой вот солнечным, как сказать правильно, светом, да, то есть это не просто облако, это облако, оно как в рамке было из вот этого солнечного света. Вот, и сейчас птички уже летают. А вот сейчас я прям увидела, как стоит солнце, восход солнца. Я хочу сказать, что это прекрасно, это правда прекрасно. Это вот еще одно из таких чудесных мгновений.